Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, с вами мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру Космический Шахтер. И это сегодня будет последняя серия. Итак, мы летим на планету 12 уровня. Мы там на ней накопим денег, на последующие билеты будут 13 планета и 14. И там мы посмотрим, что там есть. То есть обзор этой игры подошел к концу. Итак, мы летим на следующую планету 12 уровня. Здесь мы собираем такую руду космическую. Так, побежали. И копим деньги на билет на 13 планету. Так, собираем. В общем, что я могу сказать про эту игру? Я купил, соответственно, кирку, вот этот инструмент, с помощью которого можно добывать космическую руду максимального уровня. Купил рюкзак, соответственно, максимального уровня. И нам осталось летать только на две планеты, на последних две планеты. И все, и как бы игра на этом, я думаю, что заканчивается. Потому что собирать дальше деньги я не вижу смысла. Других планет нету. И когда они будут, тоже неизвестно. И будут ли они вообще. Так что вот сейчас копим деньги. И будем открывать следующую планету. Так, собираем руду. Так. В общем, как бы игра вот такая, как вы поняли. Это уже 5-й выпуск по этой игре. Ничего здесь сложного нету. Как бы вначале немножко трудовато было, но потом стало легче. Так, отлично, мы накопили денег. Нет, еще не все. Обманул я вас. Там надо 500 с чем-то тысяч монет на следующий билет. Конечно же, мы не накопили. У нас пока только 300 тысяч. Собираем руду. Так, еще чуть-чуть. Тут, конечно, она очень быстро собирается, так как у нас мощная кирка, мощный инструмент. Ага, еще несколько ударов. Так, нет, еще одну породу нам надо собрать. И все, отлично. Так, 550 тысяч, да, 550 тысяч, нет, еще не все. Ладно, давайте собирать, ничего страшного. Дальше будет легче, как говорится. 550 тысяч, да, 550 тысяч. В общем, ну что могу я еще сказать про эту игру? Ну, в общем, если по пятибалльной системе, то игра, конечно, ну, на 5 не дотягивает. Поставить 4, если только можно, этой игре. Конечно, это не на 3 игра, но 4, оценку 4 я могу ей дать. В принципе, она неплохая, мне даже она местами где-то и нравилась. Итак, билет. Покупаем билет, у нас как раз есть деньги. Так, следующая планета будет уже стоить 875. И летим мы на планету 13 уровня. Вот она тут рядышком, ну, можно сказать, в списке планет. И садимся. Ого, вот это да, вот это да. Что тут такое? Смотри, какая порода, ребята, вы смотрите. Она какая-то огнедышащая, что такими какими-то разными этими, я не знаю, как сказать, ну, вот этими лучами, что ли, или как их еще называется. Ну да, как будто это огонь горит. Вот так вот. Итак, 875 тысяч мы накоплим. Ну, я все, конечно, не буду вам показывать, как я копил деньги. Я тут немножко сделаю монтажик, конечно же. Иначе это будет очень сложно вам смотреть. Итак. Собираем дальше. И еще чуть-чуть. И потом мы подрежем с вами видосик, чтобы вы не смотрели, как я добываю руду. То, что, ну, как бы, руда везде добивается, на всех планетах одинаково, без разницы, только стоимость ее, соответственно, меняется в зависимости от планеты. Чем выше уровень планеты, тем руды больше. Итак, все, мы накопили на билет на следующую, на последнюю планету, и летим туда, да, вот максимальный уровень. И я думаю даже прощаться с вами, ребята. Ну, сейчас мы прилетим, где эта планета, и я с вами прощаюсь. В принципе, там ничего особенного нет, там другая такая руда, она вся огнедышащая, и все. Вот так вот. Ну,
что, ребята, всем пока, до скорых встреч. Не забывайте ставить лайки. С вами был мистер Кис. Пока-пока. Увидимся.